испытываете непреодолимое чувство усталости, сонливость и упадок сил уже к обеду, или того хуже, сразу после пробуждения, вам явно не хватает энергии. Для того, чтобы получить ее, совсем не обязательно набрасываться на чашечку кофе или прибегать к помощи напитков-энергетиков. Гораздо разумнее пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты энергетики. Вот мой топ продуктов. Вода, как бензин для машины, является топливом для нашего тела. Поэтому, чтобы взбодриться, достаточно выпить стакан воды. Бананы. В них содержится калий, от которого зависит работа нервных и мышечных клеток. Калий в нашем организме накопиться не может. Поэтому рекомендую съедать банан дважды в день. Говядина. Благодаря наличию железа она повышает тонус организма, а благодаря наличию витамина В, цинка и креатина – его запасы жизненной энергии. Орехи. Сочетание хороших жиров, клетчатки и белка в орехах делает этот продукт с низким гликемическим индексом. В организме орехи перерабатываются медленно и обеспечивают устойчивый приток энергии. Яйца – один из лучших источников белка, содержит все необходимые аминокислоты для производства энергии. Тиамин из яиц помогает превратить в энергию углеводы, а витамин В5 – высвободить энергию из пищи. Мед использовался в качестве дополнительного источника энергии бегунами Древней Греции еще во время Олимпийских игр. И не случайно. Мед богат углеводами, которые организм использует в качестве топлива для получения энергии и помогает поддерживать в организме уровень гликогена, который предотвращает мышечную усталость. Грибы богаты железом, которое помогает бороться с усталостью и вялостью. Содержит витамины D и В12, которые влияют на производство энергии на клеточном уровне. В шпинате много железа, калия и магния. Магний помогает клеткам производить энергию, способствует хорошему сну, расслабляет напряженные мышцы. Лосось. Омега-3 жирные кислоты и витамины группы В в лососе помогают восполнять энергию. И напоследок, напоминаю, что еда – первейший и самый главный источник энергии для нашего организма. Питайтесь вкусно, полезно и разнообразно. И даже в период интенсивных нагрузок силы не оставят вас.